Всем привет, с вами Дед. Знаете, я как-то в свое время пропустил огромный, сравнительно огромный пласт истории под названием Windows Phone. У меня никогда не было в пользовании этих устройств до недавнего момента. Я в свое время после Nokia N9 ушел на BlackBerry и с тех пор оттуда особо не уходил. У меня есть в коллекции Nokia Lumia 800 на Windows Phone 7, однако, так как она на момент, когда я к ней прикоснулся, уже стала кирпичом, я попользоваться ей не смог. Но недавно мне подарили 640-ю Lumia под брендом Windows Phone 8. Я-то думал, что просто, ну, посмотрю клевый телефон и поставлю его на полку для коллекции, для истории. Однако, знаете, эта операционка мне крайне приглянулась. Оказалось, что это классная, быстрая, интересная ось. 640-я Lumia является бюджетной моделью, на ней операционка работает очень классно. Мне стало интересно, как будет вести себя операционка на самой лучшей Lumia. И так как денег на 950 у меня просто не было, я решил заказать что-то чуть-чуть попроще, но не менее классное. Lumia 1520. И так как искать по Авито тоже мне было как-то лень, я решил попробовать рискнуть и заказать ее с Китая. Через AliExpress, разумеется. Что это такое, как это работает, а что с этим можно делать? Сейчас посмотрите. Телефон пришел быстро и был очень хорошо упакован. Внутри вы можете видеть, что все упаковано в пленочку, доставлено в целости и сохранности. Корпус пластиковый, спереди наклейка, явно палевная, что как бы намекает, что телефон из Китая был восстановлен из китайских запчастей. Но выглядит все достаточно неплохо на первый взгляд. Лотки немножко какие-то косенькие, чуть как-то пошатываются, видите, они не очень ровно сидят, но в целом нормально. Посмотрим, что внутри. У нас здесь картонка, внутри коробочка с макулатурой, дальше наушники. Выглядят неплохо, как они звучат, потом послушаю. А может быть и нет, хрен бы с ними. Зарядка, которая должна быть по характеристикам где-то на 1,5 или чуть меньше ампера. Но, как мы видим, она явно палевненькая. Да, у нее есть как бы Ростест наклейка. Ага, да, конечно, прям в России была одобрена такая зарядка. Понимаете, палево явное. Посмотрим, как работает. Ну, качество так себе. И, собственно, зарядный шнурок. Кстати, он выглядит неплохо, возможно, даже это оригинальный. Попробуем это дело включить. Сбоку у нас клавиша включения, зажимаем. И видим столь приятную надпись Nokia. Затем загрузчик Lumia. В смысле Windows Phone. Сексуально сдираем пленочку. Каждый, я думаю, любит это делать. Так, ну видите, телефон запустился. Он даже заряжен. Вроде все работает пока неплохо. Посмотрим, что у нас остальное. Так, здесь у нас стартовое меню. Оно работает, шторка выдвигается, приложения есть, тысячи их разных. Есть у нас звук. Посмотрим, что с камерой. У нас есть отдельная выделенная клавиша камер, как вы знаете, на многих Lumia. Так, ну камера задняя запускается, фоткает, вспышка есть. Что-то даже показывает, снимает. Есть всякие люмиевские настроечки. Можно выдвигать. Так. А также надо посмотреть фронтальную камеру. Вот она. Фронтальная камера также работает. Качеством особо она не блещет, но на ней, собственно, не должна. Главное, что все исправно. Так, ну к интернету пока не подключен, однако видите, сенсорные клавиши работают, приложение закрывается. Все, в общем-то, неплохо. На первый взгляд. Так, пойдем в настройки. Здесь у нас что есть? Надо посмотреть. Я хочу посмотреть звук. Послушаем столь родную для многих мелодию. Коробочек вы, наверное, сразу заметили, что это явно какая-то палева. То есть качество печати не очень хорошее, коробка явно не оригинальная. Я таки добыл с Авито экземплярчик оригинальной Lumia и решил сравнить. Как вы видите, коробки идентичны по размеру, однако принт отличается. Не только качеством, но и сама картинка у нас разнится. Хотя, возможно, это зависит от региона. Сзади у нас разная информация.
разный шрифт по бокам. Вы видите, в оригинале он блестит. А главное, здесь у нас позорная картонка, а в оригинальной коробке у нас классный язычок, который также подчеркивает цвет, который лежит внутри телефона. На наклейке у нас в оригинале написано Made in China, а на китайском варианте иронично написано Made in Finland. Ну, конечно же, что является неправдой. Однако IMEI все совпадают. Комплектация внутри я вам уже показывал. Сравним же с комплектацией оригинала. Открываем, здесь у нас также лежит телефон. Как видите, картон внутри черный. У нас здесь, во-первых, есть скрепка, которую забыли положить любезные китайцы. Картон на ощупь вроде такой же, но кажется чуть поприятнее чисто визуально. Видите, зарядный блок, соответственно, похожий, но видно, что он оригинальный. Надпись Nokia, все дела. Телефон ростезовский. Очень отличаются наушники. Они здесь мало того, что красные, так они совсем другие по форме. Ну, а зарядный шнурок, в принципе, такой же. Особо его показывать не буду, потому что здесь он у меня немножко позорно покоцанный. Сравним же сами телефоны. Собственно, я с ней немножко успел походить за это время. Видите, у нее кнопки сбоку красные, пластиковые. И они, знаете, немножко гуляют некоторые. Ну, вспышка, она чуть задевается, она чуть утоплена, что, мне кажется, не должно бы так быть. Ну, лотки я показывал в начале видео, они, видите, немножко торчат, не очень хороший сет, хотя они работают, но видно, что отличаются. Экран, кстати, отличный. Сам пластик такой же красный, но вы видите в оригинальной люме, которая находится справа, другие шрифты. И сам по себе пластик немножко на ощупь отличается, он чуть приятнее. Кроме того, сами кнопки, они не красные, они черные, и они керамические в оригинале, не пластиковые, как в китайском аналоге. И они нажимаются гораздо лучше, гораздо приятнее, и сам по себе телефон чуть-чуть лучше чувствуется в руке. Экран, в принципе, идентичный на самом деле. Я также хотел сравнить камеры. Выяснилось, что в китайском аналоге, вернее, в китайской сборке камера немножко хуже снимает. Она шумит, я сейчас вам это покажу. Вот сделаем пару снимков, видите? Справа у нас оригинал, это вот камера подделки, вернее китайского восстановленного аппарата. И видите, качество на оригинальной камере чуть получше будет. Больше деталей, как-то контрастнее цвета. В целом картинка смотрится получше. Но камера работает. Кроме того, в моем аппарате из Китая сломана стабилизация. Видите, картинка прыгает как-то странно. Она постоянно пытается двигаться, камера внутри, что-то сфокусироваться непонятно. Из-за этого очень тяжело сделать нормальный снимок. Когда в оригинале, видите, экран стабильно черный, еще никуда не прыгает, все нормально. Ну и, соответственно, как качество я уже показывал. Слева у нас мы видим, что больше шумов. Качество чуть-чуть похуже, хотя оно, в принципе, неплохое, но оригинал снимает явно лучше. Не уверен, что это проблема всех китайских Lumi, скорее всего, это проблема моего конкретного экземпляра. Но все-таки фотомодуль немножко сломан. К счастью, мне удалось немножко выиграть денег с китайца за это дело, но, согласитесь, чутка обидно. Однако не буду говорить, что это у всех так, возможно, в остальных аппаратах было бы лучше. После нескольких недель я могу сказать, что, в принципе, заказывать с Китая Lumi можно. Они стоят там сравнительно недорого, но сами аппараты отличные, работают замечательно, так что я могу от всей души советовать заказывать Lumi с Али, если вы не хотите брать бэушные варианты с Авито. Но так у меня появилась оригинальная Lumi, я решил с нее поснимать немножко запчастей, в частности, я сменю корпус, так как мне кнопочки в оригинале все-таки понравились больше, а также я перенесу камеру, которая в моей версии несколько не работает, и сделать, так сказать, идеальную Lumi за дешево. Немножко магии, немножко работы инструментами подручными, и мы получаем идеальную Lumi за совсем небольшие деньги, с хорошим корпусом, великолепным экраном, в которой все отлично работает, а главное, работает очень классная камера, которая хорошо снимает, ничего не дергается, и все у нее замечательно. И вот с такой Lumi я буду ходить, наверное, и дальше, потому что телефон обалденный на самом деле. А вы ставьте лайк этому видео, и всем пока! Кстати, iPhone говно.